На улице скользко, тротуары и дороги не всегда хорошо очищены. Скорость передвижения нужно снижать и автомобилистам, и пешеходам. А тем, кто ходит по городу пешком, смотреть под ноги. Это касается всех, особенно пожилых людей. Если вы не очень уверены в своих возможностях передвигаться по скользким улицам, те же самые скандинавские палки в правильном режиме, они вас уберегут от падений. Затем нужно, конечно же, напомнить технику падения. Передвигаемся, как будто бы мы идем по палубе корабля, палуба шатается, мы делаем короткие шаги в пол стопы, если мы видим все-таки неустойчивую поверхность, которая у нас под ногами, и переносим, с осторожностью переносим вес тела. Даже если перед вами уходит от остановки последний автобус, не надо за ним гнаться, лучше подождать следующий. Риск упасть и встретить приближающийся Новый год с ушибами или, не дай бог, с переломами, не стоит лишних минут ожидания транспорта. Зимой в слоях теплой одежды мы все становимся менее быстрыми и неповоротливыми, а подошва обуви может неожиданно подвести, если под снегом слой льда. Серьезное раскачивание тела при спешке, оно даже при обычных снегопадах может привести к достаточно серьезному. Если все-таки мы падаем, мы стараемся не падать назад. Мы стараемся падать на бок. Или распластываемся, как мы в детстве падали в сугроб всеми ногами и руками, не опираясь на руки, не выставляя руки вперед. Мы наоборот летим и скользим по скользкой поверхности. We'll be right back.